Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. На фотографии это наш краевой онкологический диспансер Забайкальского края. Я являюсь заместителем главного врача краевого онкологического диспансера. Работаю в течение года. На какую нажимать? Туда. Угу. Территория Забайкальского края занимает 12 место по стране, по площади. То есть, если предыдущий докладчик говорил, что 46 место, то Забайкальский край 12 место. Территория очень большая, плотность населения друг от друга довольно большое расстояние. Население составляет 1 087 031 административный район, 10 городов, 50 поселков городского типа. Это документы, которые используем в работе. Это стандартизованные показатели. Первое место занимает трахея, второе занимает молочная железа, третье место кожи, предстательная железа. И вы видите смертность, стандартизованные показатели. Далее я попыталась показать стандартизованные показатели по возрасту. Это молочная железа, предстательная железа, здесь заболеваемость и смертность, трахея. То есть было дано задание 10 локализаций. Пыталась как отличница 10 локализаций нарисовать. Но я сегодня поняла, что нарисовать-то их нарисовала, проанализировать я не смогу ничего сказать. Хорошо, это плохо. Но сегодня я уже по приезду домой я... Так, это проблемы какие? Проблемы у нас, на сегодня актуально у меня три проблемы. Первое – это предоставление информации с ведомств, то есть это Министерство обороны, РЖД у нас уже все окей с ними, с полицией и с федеральными службами. Но я думаю, что мы в течение года, до конца года решим с ними проблемами. Вот сложнее будет с Министерством обороны, но ничего, мы их тоже победим. При анализе заполнения свидетельства о смерти также были нарушения в заполнении, и получилось так, что пациенты некоторые у нас не состоят в регистре, им не был выставлен диагноз, и медицинские работники просто, я считаю, наобум писали «умер от онкологического заболевания», и тем самым увеличили смертность от онкологии. На сегодняшний день мы в течение 2 месяцев обучаем через видеоселекторные врачей-специалистов, посмотрим, как будет эффект от нашего обучения. И третья проблема – это как у всех с ЗАГСом. То есть я анализирую, у меня по раковому регистру одна информация в течение месяца, у в Росстрате другая, причем задавая какие-либо вопросы, ответы не найдешь. И наше правительство, оно на сегодняшний день готовит трехстороннее соглашение о том, чтобы нас они допускали к... Я могу брать свидетельство о смерти, но чтобы когда они их кодировали, чтобы присутствовали, если по онкологии – онколог, если там другие специалисты, значит, другие специалисты. Но я думаю, что у нас все получится, и будет все окей. Спасибо за внимание, у меня все. Большое спасибо. Вопросы? Один вопрос. Нету, да? Тогда давайте. Большое спасибо. Спасибо большое за приглашение. Я считаю, что Забайкальский край бонус получил, что пригласили. Спасибо.